Йоу, ребята! Всем привет! С вами, как всегда, я Боб. И вы на канале Боб Геймс. Да, все, трансляция начата. Так, давайте, в принципе, настроим нашу фронталочку. Вот так пусть будет. Комментарии закроем и сделаем вот так. Все. И у нас уже заходит в Майн. Давайте я обновлю, посмотрим. Может, уже кто-то пришел на мой, так сказать, выходной стрим. Итак, Банзаес, привет! Рейкл Рикилюша, привет! Всем, дорогие друзья, привет! Я даже не ожидал, что вы так быстро придете на мою трансляцию. Огромное спасибо вам. Вы прям вдохновили. И сразу... Привет, друг Банзаес, здорово! Нубик Плей, привет! Банзаес, здорово снова! Окей, ребята, я аж прям рад. Рейкл Рикилюша, огромное спасибо за то, что ты говоришь, что я топ. Я просто вам всем благодарен, кто сейчас на стриме, ребят. О, у меня 1.1.5. Круто. Может, в принципе, Skywars. Вот такое вот дело. Блин, сразу же уже 4 человека на стриме. Огромное спасибо, мне аж прям хорошо стало. Окей, ладно, давайте погнали, пока что в соло сыграю. И буду ваши комментарии. Скинь ссылку на ВК. Окей, сейчас скину, если что... Вы можете найти в одних из прошлых роликов, по-моему, там, где я обозревал кое-что. А, IP показать? Сейчас, давай я тогда сейчас выйду, смотри. Сохранить и выйти. Ой, хочу с тобой играть. Вот, смотри. Вот, можешь сейчас посмотреть, я долго на этом останавливаться не буду. Вот, короче, вот так. Вот, ну, название сам придумай себе. Ну, вот, в общем, окей. А я пошел в Брендикс. Так, Рейкл Рикилюша, если тоже можете со мной поиграть, ребята, будет классно. На стриме вместе пообщаемся, поиграем, затащим катки. Скинь сейчас. Окей, сейчас скину тогда. Так, получается, вот я захожу сейчас, где мой ВК. Ссылку скопирую, лучше через Google, да, зайти, ребят. Так, у меня лагает. Это первое приготовление. Я ВК свой сейчас скину, вот ВКонтакте. Так, это точно я? Да, это я. Вот захожу на свой аккаунт и все. И копирую. Захожу на YouTube. Это такие первые приготовления. Сейчас я вот это все скину. Меня просто просят. Не хочу откладывать на потом. Давайте звук сразу поменьше сделаем. Так. Давайте вот сюда одну ссылочку кину. И оставлю, в общем-то, в описании на свой ВК. Вот так. Все. Окей, ребята, давайте погнали уже, и, в общем-то, в наш Майнкрафтик. И будем уже и дальше играть. Все, я скинул свой ВК. Если что, если кому-то нужно. Можем, в принципе, полутать. Зрителей 5. Круто, ребята, вообще жестко. Спасибо всем, кто смотрит мой стрим. Сейчас экран черный, потому что я захожу в Майн. Так, я читаю ваши комменты. Так, нас четверо теперь на стриме. Я прям контролирую каждого зрителя. Нас сколько? Нас двое уже. Ну, в принципе, ничего страшного. Давайте погнали играть. Кстати, наверное, я должен устраивать разные конкурсы, потому что что-то я давно конкурсы не устраивал. Как вы думаете, на что устроить конкурс? Я сегодня на D6 выйду. Круто, круто, круто. Так. Давайте, в принципе, зайдем. Я сейчас смотрю, что у нас тут нового. Еще покажи. Что показать, Банзаес? Ты же можешь промотать назад и посмотреть там. И ты сразу все поймешь, все увидишь. И прям будет вообще все топ. Вот такое вот дело. То, если сундук тупо не заходит. Все, наконец-то. Давайте лутать, в принципе. Да. Что еще нужно, чтобы победить? Полутать. Где моя броня? Вот. Так-то лучше. И давайте сразу перлом тэпаемся. И съедим гэппла сразу, для того, чтобы вот уже 100% победить. Давайте прыгаем. Вот так. У меня просто эндерперл не выпустился. Ну ладно, ничего страшного, бывает. Ты выйдешь сегодня. Это не на стриме. Это не на стриме, чувак. Так. Ну, кстати, на Брендиксе круто, на самом деле, играть, потому что... Не знаю почему, но тут карты крутые.
Лично мне они прям нравятся. Спасибо, приятно. Так. Давайте, в принципе, погнали быстренько лутать все сундучки, а то уже прям неловко становится, когда проигрываешь, когда уже поиграл достаточное количество времени, чтобы уже начинать тащить, но у тебя не получается это сделать, то уже, как бы, ребят, не очень. Так, лутаем сундучки прям по фасту, чтобы изи затащить. Ну, изи не изи, но затащить надо. Ну ладно, по ноже не буду уже одевать. Кстати, у меня перлов нету. Давайте хотя бы здесь посмотрим. Нет, 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 чувак, не надо. Чувак, не надо, давай мы тебя убьем. Все, мы его убили. У него, кстати, очень крутой лут. Давайте посмотрим, что здесь можно. Да, ладно, ничего. Давайте это что, зелье огнестойкости выпьем. Сразу же, так сказать. И еще эндерперлы возьмем. Ну, гэпл у него есть, вот так сделаем. Все, давайте съедим 3 гэпла, или даже 2 хватит, думаю. Так, и еще я что-то не установил более крутое. Нет, вот так. Вот так вот, идеально. Ребята, давайте последний гэпл, так сказать, и посмотрю, что происходит здесь. Так, что тут интересного? Можно на центр тэпнуться, почему нет? И посмотреть уже. Или это не совсем центр? Да, это не совсем центр. Скорее всего, давайте тэпнемся к этому чувачку. Съедим гэпл на всякий случай. Если он прям какой-то чувак жесткий. И все. И давайте его завалим. Давайте, давайте, ребят. У нас получится, я в этом уверен. Давайте. Все, изи, ребята, этот килл есть. Давайте залутаем более такой крутой лут. И оденемся очень жестко. Все, мы алмазник полный. Давайте съедим еще гэпл. В принципе, каточка идет хорошая уже. И да, погнали. Так, смотреть, где кто находится. Воу-воу-воу, уже здесь чувак один. Давайте его скидываем, ребят, скидываем, скидываем. Мы должны его выиграть. Давайте бьем его. Я его убил. Да, ребята, еще один килл. И на подсосе работает чувак, блин. Свали отсюда вообще нафиг, так сказать. Ты мне не нужен. Блин, ребят, вот это была жара. Напишите в комментариях, если вы смотрели этот топовый момент. Блин, ну 4 килла нормально, ребят. Я там мог тэпнуться, но, блин, что-то не успел. Не подумал о том, что я могу тэпнуться куда-нибудь. Потому что перлы есть. Я мог просто от него убежать на первое время. Вернуться с полными силами. И там бы я его вообще изи разорвал, так сказать. Или как можно более прилично это... В общем-то, дело назвать. Так. Давайте, в принципе, еще раз залутаем вот этот сундучок. Ну, я его еще не лутал. Так. Все, отлично. Только вот перлов нету. Это единственный минус. И мне нужны блоки, поэтому. Здесь блоков нету, я так и знал. Я просто не запоминаю обычно, что в сундуках. В смысле? А, у меня, оказывается, перлы есть. Это просто баг. Брендикса. Ну, не баг, может быть. Так. Чувак, а ты что хочешь? Ты что ли хочешь мне что-то предъявить? Да? Давайте рукой его развалим. Ну, ты что хочешь? Давайте тэпаемся туда. Все, пока. Ха-ха. Все, чувак, мы, короче, тебя обхитрили. В принципе, почему бы и нет? И все. Вот так вот красиво делаем. Прыгаем вот сюда вот и смотрим. Тебя 2 чела смотрят, включая меня. Я видел этот момент. Блин, я отвлекся на комменты, да. Так. Ну, ничего страшного, что смотрят 2. В принципе, мне это устраивает. Все-таки всего лишь 46 подписчиков. Ну, как всего лишь? Для меня это успех. Ну, 45 подписчиков уже. Так. Давайте посмотрим, что там пишут в комментариях. Да, пока что ничего. Так, ну, в принципе, вот эта карта классная, ребят, обожаю эту карту, поэтому и на ней надо мне сейчас затащить, просто вот, отвечаю, надо затащить. Так, давайте, погнали быстренько лутать, обожаю, потому что я эту карту просто всей душой, так сказать, она реально топовая, но я не знаю еще ее, его, ну, этой карты, в общем, назад. Давайте сразу же выпьем вот эту зельку. И съедим сразу же гэпл, чтобы нас быстро не убили. И посмотрим, что еще я могу одеть. Еще могу надеть нагрудник нормальный. И шлем есть, и 3 гэпла. Все.
Нормально, и меня... Да. Все понятно. Может, в Steam поиграем тогда? Потому что что-то разваливают прямо не очень. А сколько тут людей? Трое людей из 24, блин. Уже если мне надо перезайти. Давайте перезайдем. Давайте заходим. И сколько здесь людей? Здесь 6, это, по-моему, тот же, да? Ты не будешь удалять стрим? Наверное, стрим удалять не буду. Не знаю, зачем. На нем уже просмотров, наверное, 7 как минимум есть. И это уже хорошо, ребят. 7 просмотров, в принципе, для моего канала это нормально. Ой, кстати, синий аид. Прикольно. Прикольно. Так, МВПшники тут, смотрите, МВП собрались. Ты что творишь? Почему у вас МВП? Вы чё? Откуда у вас... Чё? Баг Брендикса, ребят. Смотрите, баг. А, это просто читак. Ну, понятно все с ней. Читак. Совместную команду... Нет, я не хочу с ней в совместную команду. Я не хочу с читером играть. Вместе, так сказать. Ну да. Ах, так. Кстати, кто хочет конкурс, а меня все равно никто не смотрит, смысл. Жалко, жалко. Все куда-то порасходились, все в ВК. Привет, я сейчас. Максим Кузьмин, сейчас я тебя приму. В общем, такое вот дело. Сейчас приму ваши все запросики в друзья во ВКонтакте. И мы уже продолжим играть и карте. Охота прям поиграть. Так. Давайте, в принципе, я сделаю вот так вот. Кстати, это уже второй мой стрим. О, все. Начинается игра. В общем, я вместе с Аидом играю, который вышел, ливнул или что-то такое там. Я, короче, не понял, что он сделал. Так, давайте оденем шлем также. И залутаем этот сундучок тоже. Вот так вот, вот так вот. И давайте тогда блоков возьмем. Все отлично, и давайте оденемся по-нормальному. Вот так вот. Да, отлично. Ребята, съедим гэпл. Так, у меня шлем одет. Да, да, да. Так, а еще есть сундучки здесь? А, смотрите-ка, здесь еще есть сундучок. Как минимум один. Давайте сразу же оденемся по-нормальному. Вот так, и вот так. Все, я алмазник, ребята, это топово. Просто идеально. Вот так могу даже сказать. Съем гэпл, чтобы меня никто не убил. И тпкнусь уже к центру. Или давайте подождем. Ник Мэс Фифа. Оценю. Окей, сейчас оценю. Да, ребята, я буду вас тоже оценивать. Но думаю, ничего плохого с этого не будет. Так, и кстати, что это наверху за штука? Давайте туда тэпнемся. Получится? Нет. Я куда-то сейчас тэпнусь. Нормально тэпнулся. Вообще отлично. Я царь горы, ребята. Круто. Только стрел у меня вот нету. Вот это плохо. Итак, что-то тут творят люди. Так, давайте их подождем. Что вы тут хотите мне предъявить? Железник тут, короче, до алмазника лезет. Давайте будем защищаться, короче. И попробуем его завалить. И меня чуть не скинули. Давайте съедим гэпл тогда сразу же. И погоним дальше. В общем, не вижу смысла здесь оставаться. Надеюсь, у меня есть перлы. Так, давайте валим этого алмазника. Пусть он потом обидится на нас. А, он уже ушел. Жалко. Может, у меня есть перлы? Нет, перлов у меня нету. Так, погнали. Едим еще один гэпл, чтобы хпшки были на максимуме. Идем с алмазным мечом всех валить, ребята, так сказать. Читер! Давайте читера развалим. Будет топовый контент. Шок-контент, так сказать. Давайте, бьем, 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 бьем. Всех мы бьем и убьем. Вот так вот. Так, тэпается туда этот чувак. Давайте еще один гэпл съедим, потому что я прям боюсь умереть. Прям жестко боюсь. Так. Так, меч градиент. Так. А, вот он, читер. Читер, ну-ка пошел отсюда вон. Фу, ненавижу читеров. Давайте развалим ее, раз она читак. Ну ладно, бежим. Это у меня мало хп уже. Давайте здесь ее подождем. Вот она, читер. Все, ее убили. Отлично. А теперь надо куда-нибудь тэпнуться нормально. Так, давайте тэпаемся. Бум. Все, отлично. И сейчас мы прочекаем, что есть в новых сундуках.
А пока что закроемся камнями, прям булыжником, чтобы к нам никто не зашел. Все, отлично. Так, давайте залутаемся более нормально. Может, у меня есть гэплы? Нет, да, нет, нет, блин, нету. Так, давайте съедим, если я хочу кушать. Так, всем привет, ребята, кто смотрит стрим. Оцени, оценишь, да, оценю. И, вау, ну, я, короче, не понял. Так, давайте, в принципе, сломаем наш булыжник и нашу землю. И отстреливаться будем из лука отсюда аккуратненько. Так, чувак, ты что там забыл? Да, короче, я в одиночку тащу эту катку, потому что мой союзник, короче, что-то творит вообще неположенное. Так, что тут у нас есть? Гэплы есть вот тут. Воу-воу-воу. О, ребята, мне аж это нравится, мне аж это нравится. Давайте закроемся вот так. И вот этот сундучок чекнем. Тут есть перлы, зачарованные и гэплы. И давайте, в принципе, оденемся нормально. Более круто, так сказать. Вот так вот. Одевайся. Ну ладно. Так, и сюда я положу гэплы, а сюда положу вот это. Вот так, да. И съем гэплы. Еще зельку надо выпить крутую. Давайте ее прямо сейчас и выпьем. За место земли ее возьму. Где она? Где эта зелька? Я не понял. А что, ее не взял? А нет, она у меня в инвентаре. Что с ней? А вот она. Так, все, и выпиваю зелье огнестойкости. Так. И ложу сюда перл снова. Все, отлично. И давайте съедим еще гэпл, потому что очень боюсь сейчас проиграть. Давайте, в принципе, сломаем это все дело и пройдем дальше. И попробуем их развалить, этих двух чувачков. Они мне не нравятся, а то... Давайте стрелять по ним пока что. Сколько игроков там осталось? Моего напарника... Игроков осталось двое, команд осталось трое. Понятно. Теперь все понятно, что творится с Брайнтиксом. Там никого. А тут? Где он? Странно, странно. Так. Я не понял, ты что тут делаешь? Ты где? Где этот чувак? Я его не вижу. Может, он где-то крадется по-тихому? Так. Где он? Что-то я его не вижу. Он должен быть там. Ну ладно, сундуки перезаполнены. Давайте полутаем нормально сундучки. Сначала этот быстренько посмотрим, что здесь есть. Все, это самое топовое. Закроюсь и посмотрю, что есть в этом сундучке. Ничего. Ничего прям топового нету. И сюда ложу перла, потому что они опять куда-то ушли. И снова ем гэпл, потому что я просто очень боюсь. Потому что... Воу-воу-воу-воу-воу! Меч, 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 где ты? Давай, бейся, бейся, мечом, мечом, я сказал. Воу, ребята, победа, просто изи победа. Не уверен, что изи, но победа. Ну все, давайте, ребята, оценю вас, потому что я сам рад просто. Давайте, выходим и, короче, вас оцениваем. Итак, давайте примем все заявки во ВКонтакте, в друзья. Добавить, добавить, добавить. Так, сейчас зайду на стрим. Круто, круто, ладно, все, погнали на ютубчик. Так, где наш ютуб? И буду вас уже оценивать оттуда, там оценивать, так далее, так далее, так далее. Давайте посмотрим. Так, у меня подлагивает. Так, давайте нажмем на паузу. Кто там просил, ой, оценить? Давайте, начну отсюда. Вот, где? Вот, Никфес FIFA. Перейти на канал. Ну да, Ник Месс FIFA, извиняюсь. Ну шапочка не очень, потому что, ну, обычный шрифт на обычном фоне. Вот аватарка прикольная. Ну знаешь, превьюшки классные, о канале расписано нормально. Ну, правда, вот это вот мешает немного, но нормально. Вот, ну, короче, 9 из 10 вот так поставлю. Так, давайте зайдем еще на кого-нибудь, кто просит. Вот, Нубик Плей. Шапки нету. Аватарка скачанная, по-моему. Потому что, не знаю почему, о канале нету. Майнкрафт и разные игры, это не о канале. И превьюшек тоже нету.
Да еще и есть водяной знак. Ну, короче, 8 из 10 где-то так. Вот так вот, чуваки, вот так идет. И меня тоже просили, нет. Оценишь бензои извиняюсь. Ну все, сейчас а то стрим еще и скатится, давайте играть дальше. Так. Кстати, ребята, нормально, оказывается, у нас 45 подписчиков, скоро юбилей 50 будет, а уже потом за сотни дойдем. В принципе, будет вообще, ребята, топово. Так, заходим в Майн. Ну, смотрите, ребят. Майн, Майнкрафтик. Так. Зрителей трое, нормально. Так. Все, заходим, в принципе, в друзья. И бэр-бэр-бэр-бэр-бэр. Ну, короче, вы поняли. Заходим, в принципе, и давайте сейчас будем просто тащить все карточки на изи. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь, что мы изи будем тащить каточки, как вот прошлую каточку. Я прям просто шапку я не могу установить через Google. Странно. Ну, ладно, за это тогда не буду снижать. А что насчет аватарки? У тебя же она вроде скачанная. Скачанная, ведь я уже ее не в первый раз встречаю. Ну, вот такое вот дело. Вот. Я вот, честно говорю, я не скачиваю ни шапочки, ни аватарки, я все сам делаю. Ну или заказываю. Хотя, по крайней мере, я еще этого не делал. Потому что дорого, как бы, ну, просто так 300 рублей, ну, в смысле, на оформление, я отдать не могу. Так. Давайте. 3, 2, 1. Погнали. Так, Ender Pearl, вот это очень интересно, вот это и тоже интересно. Вот так лутаем, все отлично, прям идеально. Что могу сказать? Вот так и вот так вот. Давайте установим более топовую броню. И вот так вот. И все. Нормально. И также залутаю снизу. Возможно, тут есть что-нибудь, меч, там топорик. Есть кирка, с которой мы сейчас будем валить. И зелье огнестойкости пью. Потом ем золотое яблоко. И кидаю эндерперл сюда. И все. Мы сейчас попробуем киркой развалить чувака. Прикиньте, ребят, если получится, будет вообще топово. Давайте, бьем его. Ребят, давайте, давайте, у нас получится. Давайте, мы сможем, ребята. Мы сможем. Давайте, давайте, ребята, мы сможем, у него 2 хп осталось. Да, детка, мы его смогли развалить. Это превью, а не ава. Шутка. Аватарку я сам взял. Шутка. Ага, так. Так, делаю, и все. И еще что я хотел? Что тут у меня есть? Что интересно? Алмазный меч, ребята, жестко. И все, больше ничего интересного нету, да? А почему у меня ушли гэплы? А у меня их просто не осталось. Ну, возьму хотя бы зелечку. Давайте пойдем куда? Где есть люди? Давайте кинем туда, просто так. Осталось 6 игроков, но я не вижу ни одного. Это превью, а по-моему, превью это, которое есть же на видосе. Стоит. А, я не туда кинул. Давайте сюда. Тэпаемся и бьем этого чувака. Давайте бьем его, бьем. Изи килл. Просто. Что-то прям легко. И вот так установим более качественные эти штучки. И у него есть гэплы, это тоже очень хорошо. Давайте их съедим. Давайте бьем этого чувака, который работает на подсосе. Что он мне не нравится. Все. Мы его развалили тоже. Давайте съедим дальше гэплы наши, чтобы уже прям полностью быть готовым ко всем ситуациям. Все, я полностью зачаренный алмазник. Это круто. Это, ребята, круто. И все. Да, нормально. Давайте съедим. Ой, что я сделал, ребята? Я хотел съесть гэппл, а нечаянно тэпнулся. Да, теперь зато у меня нету перлов. Давайте посмотрим, где есть игроки. Я пошел на центр, но, блин, там опасно. Давайте сделаем так. Так, аккуратно, я не хочу падать. И вот так. Все, отлично. Сундуки были перезаполнены. Я даже зря ушел отсюда. Ну ладно, пойду на центр.
осталось игроков вдвое, потому что есть еще только один игрок, которого я не вижу. Нигде, вот прям серьезно, чуваки. Если вы как-то заметите, напишите. Сможешь мне сделать аватарку пожирно? Не знаю. Господи, боже мой, дебил. Ой, ужас. Сколько там лайков у нас? Давайте, ребята, 5 лайков сможем набить на стриме. Давайте, ребята, если мы наберем 5 лайков, то... А, нет, 5 лайков это просто для меня. Если мы наберем уже, блин, ребята, допустим, 15 лайков, что невозможно. Потом, ну, даже 10 лайков. Я устрою какой-нибудь конкурс на шапку или аватарку. Витя, ну, Бигплей, пойми, я, скорее всего, тебе сделать не смогу. Потому что у меня, понимаешь, времени немного. Ку, ты на каком сервере играешь? На Брендиксе. Если ты не знаешь IP-порт, там, то можешь спуститься вниз. Не, не в комментарии, типа, а как это называется? Короче, отмотать видео на стрим назад, и там есть. Никер Гейминг, Ютуб. Ой, Никор, извиняюсь. Так. Давайте, в принципе, лутать здесь. Ничего интересного здесь. Ну, кроме этого, ничего интересненького нету. Так, дальше здесь. Здесь у нас есть шлем и алмазный бич, прям тупого. Так, давайте сделаем так. И вот так оденемся. Здесь есть что-нибудь? Нет. Алмазный меч. Все, съедим гэппл сразу. И тэпнемся кому-нибудь. Можно с тобой сыграть? Не вижу причин тебе отказать. Никор Гейминг или как там? Не могу прочитать прям правильно. Если что, сорянчик. Давайте скинем его. Все, килл. Так, что у него тут? Он вроде бы АФК. Так, давайте... Оденем ботиночки. Так, здесь полутаем сундучки. Здесь есть неплохой шлемик. Даже хороший. Самый топовый, точнее, какой только есть. А можешь подписаться на меня? Могу, не вижу смысла. Не вижу причин отказать тебе. Почему нет, как бы? Ну да. И шлем. Почему у меня не оделся алмазный, не знаю. И выпиваю зелье огнестойкости. Так, выпиваю эту зельку, потом дальше ем золотое яблоко, и, а где мои эндерперлы? Просто вещи исчезают на Брендиксе. Странно, странно. Так, да ты чё хочешь, чувак? Ну-ка пошел отсюда вон. Ну-ка давайте свалим от него подальше. Все, валим, валим, валим. Давайте туда свалим вообще, мне что-то не нравится здесь. Все, погнали. Давайте, ребят. Так, валим. Куда свалить бы дальше? Давайте его скинем хотя бы. Давайте, давайте, ребят, мы сможем. Так, убегаем. Убегаем по максимуму. Давайте, ребята, мы сможем. Кто-кто, а мы сможем. Так. Давайте забираемся как можно выше, чтобы он к нам не подошел. И да, мы падаем. Я юморист, блок страйк. Ну круто, что ты юморист. Поздравляю. Потому что у меня юмор, как бы сказать, не очень. Ах, так, давайте посмотрим, что тут есть у нас. Перетинок. Ну, в общем, ребята, всем привет, кто новый на стриме. Так, и все. 45 играет и 41. Точнее, 31. Я первый, серьезно, нет. Ну, блин, ждать неохота. Ну, ладно, можем. Подписка и лайк тебе. Спасибо. Я, кстати, тебя на тебя с одного аккаунта сейчас подписался. Никор Гейминг Ютуб. Не знаю, пришло ли тебе уведомление. Вот так вот. Так, я сейчас просто с другого телефона контролирую стрим. Кстати, он идет уже 30 минут. И есть уже дизлайк. Круто. Да уж. Ну и ничего страшного, в принципе. Так. Давайте посмотрим. Подписка. И давайте, в принципе, что-нибудь сделаем. Кстати, карта прикольная. Я на ней еще не играл. Поиграешь со мной? На сервере grpe.ru порт обычный.
Ну давай, я просто не знаю эту серию, я играть не знаю вообще. ГРУ. 21 из 24, давайте сыграем. В принципе, о, да, мы с... Если да, конечно. Если мы сможем впервые залутать. Так, все, мы залутали хотя бы что-то. Давайте погоним вниз, быстренько лутать. Все, что можем. Вот так, вот так, вот так, вот так. Все, а то он быстрее нас может пролутаться. Все, нормально. А теперь быстренько одеваемся. Да, вот так нормально будет. И кушаем гэппл. И сразу же куда-нибудь гоним. Так, 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 так. Здесь еще что-нибудь есть интересненькое? Мне интересно. Наверняка нет. Блин, у него топ-штанишечки, блин. Перла, перла, перла. Ну нет. После я тебя там ждать буду. Ник мой. Ник IP порт обычно не запомни. Все, окей, давай с тобой вместе сыграем тогда, если ты хочешь, так, Ника Гейминг Ютуб. Сейчас смотри, вот порт обычный. ГРПРУ. Вот так смотри, получается. ГРПРУ. .ру. Сюда просто D поставлю, сохранить. Так, ребят. Вот, greenspe.ru, вот так, оказывается, читается. Ник, получается, у тебя ник Артопчик. Ник Артопчик, greenspe. Добро пожаловать, бадвар залетает. Так, а что мне делать сейчас? Может, что-нибудь регистрация нужно сделать? Чувак, а что мне сейчас дальше делать? Я не могу ничего сделать. Информация, прыжок. А. Информация. Информация. Добро пожаловать. Так, наш сайт Greens. А что мне делать дальше? Окей. Как бы... Что происходит, блин? Я просто отсюда выйти не могу, чувак. Давайте попробуем, типа, что-нибудь написать. Допустим, вот так. А, типа, надо что-то написать. Окей, типа, вот так. Окей. Напиши пароль в свой чат. Так, давай, чувак, а ты где? Никос Про. Ну-ка посмотрим, ты играешь сейчас? Так. Нику... Как там твой ник? Никортопчик. Никортопчик. В общем, мой ник Тавказин 908. Давайте прыжок. Прыгай. Прыгай. Он не прыгает, блин. Скрыть игроков. Если... А, вот, Ник Артопчик, я тебя вижу. Сейчас. Показать игроков. Показать игроков. Я не понял. Ой, Ник Артопчик, здорово. Привет. Как, кинь мне партии или как тут сыграть? Здорово, Ник Артопчик. Я, короче, за тобой пойду. Типа зайти, да? Так. Чувак, если что, я захожу, я... Я не знаю, как здесь сделать. Так, где ты, не картопчик? А вот он, не картопчик, здорово. И что теперь? Я буду за тобой идти. Давай, чувак, ты куда идешь? Я в любом случае. Так, все. Где ты, не картопчик? Ты здесь? Короче, да, не картопчик здесь. Так, продолжить игру, все нормально. В общем, играю уже с чувачком. Ебой, ты топ. Если это ты мне, то круто. Давай, чувак. Ну, сейчас посмотрим. Надеюсь, ты круто играешь. Но я даже в этом не сомневаюсь. Кстати, тут лут неплохой дается поначалу, прикол. И карты классные. Кстати, классный сервер ты нашел. Молодец, чувак. Типа, лайк. Да. Так, все, отлично. И едим гэпл, чтобы нас этот не картопчик не убил. Так, это еще на нас нападет, сейчас будет вообще топово.
Что интересного? Ничего. Так, давайте поднимемся. Может, наверху что-нибудь интересненькое есть? Тут карты, кстати, на карты Брендикса похожи. Это тоже круто, ведь я люблю карты Брендикса. Давайте. Ты где, не картопчик? Я тебя не вижу. Казахстан. Так, о, ребята, тут можно классный зацеп прыгнуть и сделать. Бум. Круто, ребят, круто. Вон тут никого нету, это тоже, ребята, просто топ. Так, давайте съедим еще гэппл. Так, ты где? Ты где, чувак? Так. Гэпплы, думаю, брать смысла нету. А где моя броня? Я не понял. Я что, победил? А, да, я победил. Да уж, да уж. Так, ты где, не картопчик? А, вон я тебя не вижу. Давай. Ты куда убегаешь? Ай, вот он, Skyward Soul убегает, понятно. Так, ты здесь, чувак? Сейчас посмотрим. Посмотри игроков. Каких игроков? Вот этих типа? Вот, не картопчик, да. Ага, Банза, yes. Блин, у тебя классная атака, так. Ты что там делает, пацан? Ребята, я спалил чувака за плохим делом. Нельзя смотреть на это. Ребят, нельзя туда смотреть. Так, давайте, в принципе, залутаемся здесь. Давайте оденемся. Так. Давайте прыгаем сюда. Здесь паутинка, кстати, ребят. Класс. Давненько паутинок я не видел на Скайварсе, потому что я их обожаю. Они прям топ-топ-топ-топ-топ. Так, и тут уже чувак в алмазке. Мне это не нравится. Давайте свалим вот сюда, вот сюда, вот. Все отлично. Так, давайте сюда погоним, залутаемся здесь. Мечик есть. Так, чувак, пошел отсюда, пошел. Меня развалили. Я тебя жду на спауне. Окей, все, я захожу на спаун, меня. Что мне делать? Что мне делать, блин? Давайте я перезайду, я сейчас зайду снова. Так, на стриме нас сколько получается сейчас? Нас трое на стриме, круто. Ник Мес Фифа. Я ж тебя уже оценил. Посмотри сзади, я тебя оценил, чувак. Ник Мес Фифа. У тебя 9 из 10 там, у тебя только немножечко шапочка там слишком такая, как сказать, ярковатая, что ли. Ну, в общем, у тебя все отлично, кроме шапки. Вот так вот, Skywars. Так. В общем, захожу. Так. А, вот он, Никартопчик. Здорово. Чувак, здорово. Чувак, Никартопчик. Здорово. Боб Геймс 101. Чё? Ребят, круто. Это кто? Это кто? Здорово, ребята. Боб Геймс 101. Круто. А это кто? Капец, у тебя скин классный, блин. Погнали? Погнали в Скайварсик. Погнали в Скайварсик все вместе. Скайварсик. Го, ребята, зарубимся. Никартопщик. А где Боб Гейм 101? Блин. Здорово, здорово. Давай, Тим. Банзаес, это я. Круто, блин, на мне аж приятно стало. Ты зашел в каточку? Давайте вместе сыграем. Блин. Топово, топово, топово. Давай, Никартопчик, сейчас давай всех разнесем вместе с этим, с Боб Гейм 101. Сейчас всех мы разнесем. Мы, короче, самые крутые здесь будем. Вместе их развалим. Короче, на изи, думаю, у нас это получится, да. Или нет? А может быть и да, может быть и нет. Давайте. Что тут по луту могу сказать? Ну, лут такой себе мне попался. Ну, в принципе, пойдет. Почему нет? Давайте, где тут? Ой, не успел. А, ну ладно, сейчас в следующей каточке вместе сыграем тогда. Не картопщик. Это ты? Давай я к тебе тпкнусь. Здорово. Здорово.
Не картопчик, здорово. Ну окей, погнали куда-нибудь. Сейчас я у тебя посмотрю блоки. Есть какие-нибудь интересные? Где блоки? Дай мне блоки, дай мне блоки. Блин, ты неправильно строишься, чувак. Надо вот так. Бьюм. Погнали. Погнали. Ты что, упал? Чувак, ну блин. Ну, ничего, нормально, нормально. Пойдет, пойдет. Эти сюда. Чё? А, это типа команда здесь. Давайте мечом срубим быстренько. Чё-то неохота в паутине застревать. Давайте уже затащим эту игру. Мне кажется, она будет слишком легкой. Ох, чуть не упал. Вот это было опасно. О, сундук, ребята. Чё ты тут за блазный меч? Офигенно. Так, давайте его сразу же в руку возьму. Так, давайте прыгаем сюда. Этот чувак не замечает ничего. Давайте сюда паутинку поставим вот так. Пусть он как бы мучается типа с ней. На самом деле нет. И, кстати, можешь сюда залезть и отсюда куда-нибудь прыгнуть. Нет, отсюда мы никуда, кроме вот сюда вот не допрыгнем. И вон туда потом. И потом еще куда-нибудь. Так, давайте, в принципе, я пойду залутаю этот сундук. Надеюсь, здесь есть блоки. Да, здесь есть блоки. Отлично, ребята. И давайте блоки сразу же возьмем в руки. В руку, в руки, не знаю. Как хотите, так говорите. Так, давайте. Вот, короче, смотрите, ребят. Если вам не нравится чувак, и вы хотите его убить... понятно, все. Все, короче, там понятно. Так, давайте прыгаем. Отлично, зацеп получился. Ребят, кому понравился зацеп, лайк. Лайк просто. Так, давайте. Бьем чувака. А, нет, он меня поймал, короче. Ладно. Давайте выходим и смотрим, кто здесь у нас. Так. Чуваки, вы где? О, во, BobGames 101. Здорово. Здорово. Так, ну чё, что будем делать? Куда? А, погнали. Подожди, а где наш этот? Ну чё, идем, да? Погнали. А где Никотопчик или как там? Где он? А, где вот этот Никартопчик? Где он? Заходи быстрее, Никартопчик, если ты смотришь. Никартопчик, давай заходи. Будет реально круто, если ты тоже сейчас зайдешь, и мы вместе затащим. В принципе, будет вообще топово. Так. Никартопчик, ты успел зайти? Надеюсь, что да. Я хочу с вами поиграть. Так, давайте нормально. Вот так, вот так. Ну, в принципе, броня, но такая себе железная. Ох, ребят, вот это лут. Вот это прям красота. Давайте одеваем все вот так вот уже по красоте. Едим Гэппл, если он сейчас захочет у нас сразу напасть. В принципе, он это и хочет сделать. Давайте зайдем сюда. Давайте вот сюда. Заходим. Здесь и шлем только вот из-за интересного. Съедим еще один Гэппл и будем ждать. Так, давайте. Что там по шлемам? Вот так лучше будет. Я тебя на спавне жду, я все время падаю. Окей, на спавне тогда будешь ждать, да? Получается. Окей. Окей, окей, окейушки, окейушки, чувак. Так. Давайте берем. В принципе, вот так делаем. Итак, куда бы мне пойти? Давайте к этому чувачку пойдем. Давайте по-тихому на него нападем. Так, он, видимо, здесь поджидает. Он какую-то ловушку снова сделал. Этот чувак, но я в этот раз его развалю, это точно. Так, давай, чувак, ты, пожалуй, проигрывай мне, да? Да? Спасибо. Спасибо, ты мне прям помог победить. Изи. Там читаор. Там читер? Чё? Окей, сейчас развалим читера. Почему нет? Сейчас я его развалю, чуваки. Так. Где ваш читер? Я его хочу найти. Так. Вот это читер? А, понятно, все. Давай, чувак, ты нападешь на меня или я нападу на тебя, топорчик? Вот что ты хочешь сделать мне, да? А? Давайте посмотрим, что здесь. Ничего интересного. Так, ты что творишь? Короче, меня развалили. Ага. Жалко, жалко. Давайте на спаун перейдем.
Итак. Тут чувачки. Воу, меня толкнули жестко. Короче, ребята, давайте вот я на этом кустике буду стоять. Заходите. Вот он, Боб Геймс. Я тебя нашел. Здорово. Здорово, где не картопчик? Подожди, не заходи, не заходи, не заходи, чувак, не заходи. Давай не картопчика подождем. Не заходи, Боб Геймс, топ-1, не заходи. Давай подождем не картопчика. Он уже зашел. Все, погнали, не картопчик. Погнали. Вот теперь можно заходить. Вот не картопчик. И еще Боб Геймс топ-1. Здорово, здорово, чувак. Только смотри, получается, давай я буду строиться, я сейчас к тебе тпкнусь, если у меня перлы есть. Окей. А потом найдем Boom Games топ-1, и, короче, в конце, если втроем останемся, пропвпшимся, там, не знаю, будет вообще топово. Тут ничего интересного, ну, там каменный меч, ну, такое себе. Так, так, и это что у нас? Зелье прыгучести, кстати, можно выпить. И здесь попрыгать, в общем, почему нет? Давайте прыгнем. Уи, как круто прыгать, серьезно. Две зельки, воу. Это что у нас? Зелье огнестойкости. Зелье огнестойкости, все. И зелье огнестойкости выпиваю еще одно. Все, погнали. Ну ладно, каменный меч возьму тогда. Так, кстати, блин, у Никартовщика еще офигенный лут. И там Боб Геймс, стоп, один, не бейте друг друга, не бейте. Окей, чуваки, вы же не будете бить друг друга, да? И меня тут бьют, блин. Давайте. Так, вы друг друга не бьете там? О, не картопчик, красава. Красава, просто, просто, просто красава, все. Еще сейчас Боб Геймс топ-1 подойдет, и мы всех растащим, да? Чуваки, вообще на изи, да? Я так думаю, красава, красава, красава. Но здесь я не допрыгну. Мне нужны блоки чуть-чуть. Давайте. Так, подождите. Так, тихо. Зайдем сюда. Вот здесь блоки есть. Так. О, здесь есть блоки, отлично. 36 штучек, нормально, хватит мне. Так. Так, так. Чувак, он снизу. Он снизу, короче. Блин, я, короче, упал. Ну ладно, давайте последим за этим. Телепортация. Где не картопчик? Вот он. Не картопчик, короче. Не картопчик, давай, ты сможешь. Давай, давай, бей его. Красава, красава, давай. Ты сможешь, смотри, какое видео. Ты его убил? Подожди, где он? Давай. Не картопчик, ты сможешь. Вау, вот это ПВП, ребята, давай. Давай, чувак. Давай, давай, вали его, блин. Жалко, почти, красава, все равно в любом случае. Окей, я выхожу, там встретимся уже. Вот такое вот дело. Зрителей один, нормально. Так, ребята, где? Вот Боб Геймс топ-1, нашел тебя, а не картопчик. Я буду вас здесь, короче, ждать. Вот он, Боб Геймс топ-1. Не заходи сразу, пожалуйста, прошу тебя. Давай не картопчика подождем. Не картопчик, где ты? Боб Геймс топ-1, блин, капец, у тебя скин крутой. Серьезно, скин топовый. Скин просто топовый, посмотрите на его лицо. Блин, капец, у тебя лицо прикольное. А где не картопчик? Давай его сейчас 30 секунд ждем. Если он не придет, то пойдем, в принципе, в каточку. Бойко пропиарю, окей. Сейчас я играю, короче, в Скайварсик вместе с двумя подписчиками. Ерсултан, крутой, привет всем, здорово. Бойко, хай, привет. Так, Боб Геймс, топ-1. Где не картопчик? Давай ждем его еще 15 секунд, давайте. И потом уже пойдем, где не картопчик? Походу дела ливнул, Боб Геймс топ-1, погнали. Походу дела он либо в катке, либо ливнул, не знаю. Давайте сейчас затащим. Боб Геймс топ-1, здорово. Эмил Романов, привет, здорово. Если ты мне, то здорово.
Ага, так, BuffGames топ 1, по ходу дела не зашел к нам. Наш друг давно играешь, ну, как сказать, давно. Не очень давно я играю, в принципе, ну, да. Так, это что у нас зелье? Это что за зелька была? Ай, ладно, без разницы. Уже без разницы, раз я уже выпил. Так, а я что-нибудь есть у меня, кроме снежков? Нет, блин. Меча нету, жалко. Может, он есть наверху, мечик, которого я хочу сейчас видеть. О, я серьезно хочу сейчас меч найти. Давай, 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 будь меч здесь. Ну и эндерперл тоже пойдет. Это что у нас за зелька? Зелье регенерации. Вот это топово. И давайте посмотрим, что здесь. Здесь есть лук. Ну, там тоже был лук. Ну, да ладно. Ничего страшного. Здесь есть еще перл. Так. Куда бы нам пойти, BuffGames топ 1? Давай я к тебе тэпнусь. Вау, а ты прикольно строишься. Давай, чувак, стройся. Я тебя бить не буду, мешать тоже не буду. Давай. Красава. Красава, чувак. Здорово. Здорово. Здорово, чувак. Так. Зелька огнестойкости. Так. В смысле, кто по мне бьет? А, вон тот чувак. Давайте бьем по нему. Из лука. Давайте. Надо его наказать тоже за его агрессию. Так, давай. Получай. Да где BuffGames стоп один? На. Тебе тоже, чувак? Оу. Давайте снизу будем бить их. А где меч? Где меч? Я не понял, куда ты ушел? Вот, вернись, типа. Ну, вы поняли. Давайте скинем этого чувака. Пусть не агрессивничает. Этот чувак пусть тоже не агрессивничает. Я тебя жду на спавне, там я читера победил, прикинь. Вообще у меня ошибки в аккаунте Эмиль Романов и... Так, этот чувак мне не нравится. Давайте по нему постреляем немножечко. Так, а ты где? Тут еще чувак был. Видимо, его уже нету. Стрим закончился. Тихо, не пишите мне. Так. Давайте съедим еще гэппл. И куда-нибудь уже пойдем. Мне уже надоело тупо здесь сидеть. Так. Давайте, знаете, что сделаем? Сейчас будет очень рискованный шаг. Если у него есть лук, то все, я проиграл. Так. Все, думаю, хватит. Так, что тут есть? Ладно. И погнали. Да, я дебил. Извиняюсь за выражение. Просто я реально тупо. Ну. Кстати, стрим уже, в принципе, скоро будет закругляться. Но пока что давайте поиграем. Так. Где тут чувачки из наших? Где? Так, тут есть у нас кто-нибудь? Тут есть BuffGames топ 1. Здорово. Здорово. Тут есть BuffGames топ 1. И... Но нету пока что Никаротопчика. Давайте ждем, короче, Никаротопчика. Мы, короче, с BuffGames топ 1 возле Skywars Solar. Так, здорово. Здорово, здорово. А вот он и Никер Топчик. Все, погнали, ребята. С Никером Топчиком и вообще со всеми. Вон Никер Топчика, где BuffGames топ 1. И вот BuffGames топ 1 тоже присоединился. Все, вот, наконец-то, троица наша собралась, чтобы тащить каточку. Прям изи затащить каточку, чтобы именно не просто затащить катку, а на изи. Сразу же зелье какое-то я выпил. И вот так сделаю, блоков возьму, короче. Спущусь вниз. Так, отлично. И здесь полутан. Ну, здесь есть поножи, есть зелье огнестойкости. Ой, точнее, есть ботинки и зелье огнестойкости, которые я сейчас выпью, чтобы уже потом к нему не возвращаться. Также я съем гэппл сейчас. Не картопчик, здорово. И мне не нравится вот этот чувак, он слишком близко ко мне находится. Давайте попробую его скинуть, что ли.
Не очень он мне нравится. Или просто развалить его хотя бы. Так. Давайте тихо, чтобы он не заметил нас. Надо быть тихими. Чувачком, чтобы он нас не заметил. И все, погнали, ребята. Бьем просто easy kill. Так. Тематически броня уже одета, автоматически самая топовая. А у меня есть эндерперлы теперь? Нету. Жалко. Так. Геймс упал в пропасть. Был убит игроком топорчик. Короче, я, кажется, против топорчика один остался. Белочка, Прив, можешь пропиарить? Пропиаришь? Сейчас не знаю. Сейчас не знаю, но, наверное, пропиарю. Просто у меня сейчас идет катка. Я с подписчиками играю на топовом сервере. Ну, на классном, как по мнению моих подписчиков и по моему мнению. Так, давайте искать топорчика. Почему нет? И так, где он? Туда просто стреляю на удачу. И тут пропасть. Так, вот он, топорчик. Так, давайте погнали, ребят, на него. Сразу же он меня, короче, скидывает и просто разваливает. Да уж, ребят, вот это не очень получилось. Ах, 5 лайков уже, нормально, на стриме. У меня была цель 5 лайков, в принципе, я ее добился. Давайте смотрим. Смотрим тут чувачков. Вот Боб Геймс топ-1. Вот этот чувак наш, и вот он, Никартопчик, здорово, погнали, в принципе, играть. Боб Геймс топ-1 идет с нами играть, ну, не знаю, если что, он успеет присоединиться. Все, погнали, давай, погнали. Так, вон он, Никартопчик, и, кстати, карта классная. Где скачать такой РП? У меня есть видео на канале, в принципе, можешь зайти, самый топовый там вроде радужный РП, и там сразу ссылочка есть, уже чувачки набрали, в принципе. Это алмазный блок. Это тим, типа? А, мы в тимах играем, понятно. Все понятно. Зельку какую-то выпил. Я, короче... О, в смысле? Почему я не мог его ударить? Ну ладно, пусть там не картопчик пока что играет. Я его подожду, сыграю еще каточку. А вот он, не картопчик, я его вижу. Вот он, Никартопчик, здорово. И я уже буду заканчивать сейчас каточку. Здорово, погнали. И все. Вот эта каточка будет последняя, потом попрощаюсь, посмотрю, что там на стриме, и уже закончу стрим свой. Вот такое вот дело. Я стримлю уже нормально, в принципе. Ну да, нормально стримлю. Я сейчас ржу над своими словами, если что, ребят. Не понял, что это за зелька, но я ее хочу выпить. И еще я хочу съесть Гэппл. Золотое яблоко. Прикиньте, в реальной жизни съесть золотое яблоко. Что случится? Будет вообще офигенно. Так. Здесь что-то есть. Ну, кроме блоков, ничего интересного для меня нету. Так, давайте блоки сразу возьмем. Также мне интересен сейчас факт того, что кто-то уже ко мне подошел и скинул. Я не верю, у меня такой же скин в Майнкрафте. Чё? Я не верю, у меня такой же скин в Майнкрафте. В смысле? У тебя такой же скин, ну, я под себя переделал. Да, я, в принципе, что я скачала. В смысле, у меня следующая каточка начала? Не-не-не. Все, я уже буду прощаться, короче. Если хотите сейчас со мной попрощаться, в принципе. Но этот скин я под себя переделал. Да, он похож на один, и я сам видел, но я переделал. Так. Скрыть ГП и поле зрения на минимальное. Все, ребят, подходите, сейчас будем прощаться. Так, тут есть уже Боб Геймс топ-1. Меня перекинуло. Окей, где Никартопчик? Давайте прощаться. Вот он, мой скин. Но я серьезно говорю тебе. Я его сзади переделал. Блин, как тебе показать? Я знаю, как показать, но ищите. Так, давайте. А, понятно. Вот такое вот дело. Давайте попрощаемся, где не картопчик, допустим, где-нибудь кто. Окей, ребята, огромное спасибо вам за просмотр моего долгого стрима, который длился ровно час, вот 60 минут только что стукнуло.
Окей, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился мой стрим. Ладно, не надо, я понял. Окей, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. И еще раз всем, ребята, пока. Стрим.